Это далеко не первое мероприятие. Мы будем продолжать разные действия, разные активности в разных направлениях. Профилактика, спорт, досуг, все. Я передаю слово коллеге, главе муниципального округа Наталье Васильевне. Михаил Владимирович, спасибо большое. Я хочу прежде всего сказать огромное спасибо своим коллегам. Да, Михаилу Владимировичу, Александру Евгеньевичу, Андрею Михайловичу и Артему Вячеславовичу за то, что мы смогли вот так, общими силами, в принципе, минуя какие-то огромные материальные затраты, собраться и провести такой чудесный праздник для жителей нашего района. И сегодняшний день, несмотря на то, что солнышко отсутствует, мы подняли настроение и создали это солнечное настроение на все воскресенье. Да, вы знаете, мне кажется, что самое главное, что сегодня было очень много людей. Несмотря на то, что погода, так скажем, не радует, да, еще только самое-самое начало сезона, тем не менее, людей очень много. Много детей, много родителей, и мне кажется, что все сегодня ушли довольны и счастливы. А это говорит о том, что мы будем продолжать этот замечательный проект, будем переходить из одного двора в другой, потому что нам не хватает вот такого вот объединяющего начала, которое бы сплачивало жителей, сплачивало наших детей и их родителей. И мы берем на себя такую миссию, такие праздники проводить и дальше. Это только начало. Спасибо. Вы знаете, завтра день космонавтики. Вот я считаю, что сегодняшнее наше мероприятие удалось. Это просто был космос. И мы начинали его именно со слов «поехали». Да, да, да. Мы его начинали, вот Михаил Владимирович начинал со слов «поехали». Мне кажется, что все поехало. Ну вот, и действительно, мы через какое-то время повторим. Немножко по-другому. И за это лето, да, которое предстоит, сделаем еще много таких мероприятий. Спасибо. Поехало так, что не остановишь. Мы готовы. Поехал в правильном направлении. Мы готовы помогать вам в различных вопросах касаемо нашего района. Конечно же, надо понимать, что наши полномочия ограничены, но мы можем многое. Вот касаемо наших ограниченных полномочий. Да. Мы не смогли договориться, чтобы сегодня было солнце. Но мы убрали дождь. Все-таки мы многое можем, друзья, вместе с вами, потому что наше мероприятие теплое. Да, мы растопили. Лед в сердца, который за зиму намерз. Спасибо, друзья. Пока. Спасибо.